Турбовлог 2. Погнали. Наступило утро. В окно лучше не смотреть. Собака. Ванна. Жена. Кофе. На обед щи. На завтрак каша. Комменты уже получше. Кто-то отправляет работать грузчиком. Кто-то советует не сдаваться. Последую второму совету. Получил заказ от китайца. Нужно снять ролик часов. Что получилось так? Оцениваю в $300. Юлька идет за Ксюхой. Я иду работать. Китаец хочет 50 роликов. Я в шоке. Нужно все обдумать. Сломалась куртка. Идем в магазин. На маршрутке быстрее. Мы на месте. Похож на разнорабочего. Похож на порноактера. Похож на Боярского. Вот это в самый раз. Проголодались. Сильно. Очень сильно. Ксюша взяла блин. Не только блин. Позвонили с магазина. Кресла в наличии нет. Иду в Эльдорадо. У них есть. Удобное. Через интернет дешевле. Ждем. Принесли коробку. Тяжелая, еле допер. Вскрываем. Деталей много. Читаем инструкцию. Собираем. Готово. Спина будет довольна.